Не просто так, ведь люди ходят в церковь. Не для того, чтобы время проводить. Когда столкнулись с Божьим проявлением, увидели, что стало больше сил. Что называется, вкусили манны с неба. Увидели, как благ Господь святой. И потому приходят они в церковь и молятся смиренной головой. Они все прикоснулись к святому и сами стали святы во Христе. Поэтому они приходят к Богу, в молитвах просят милости для всех. Благодарят Всевышнего за благо, за веру, за надежду, за любовь, за слово, что оно для них так свято, и за пролитую там на Голгофе кровь. Быть может, потому еще и дышит планета наша, что лежит во зле, что верующие люди в церковь ходят и прославляют Бога на земле. Господь достоин славы поклонения, и хорошо, чтоб это каждый знал, чтоб наша жизнь пред вечностью мгновенье. Прости, Господь, здесь на земле сказал. Вот почему святые ходят в церковь, они святой духовный хлеб едят, и Бога вечного, Творца Вселенной, в своих молитвах от души благодарят. Аминь.